Мэр Анапы Василий Швец провел очередной час контроля. На повестке заседания вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Участие в совещании приняли зампредседатель совета Игорь Филимонов, руководители структурных подразделений и предприятий, а также главы сельских округов. Все службы, все предприятия, конечно, на постоянной основе сегодня задействованы. И вообще работа ведется так достаточно активно, постоянно, но тем не менее, это самый большой блок, самое большое направление. Вопросы касаются всех сфер жизнедеятельности города, тем более высокий курортный сезон. Поэтому, конечно, здесь сейчас нагрузка на нашу жилищно-коммунальную систему колоссальная. К этому дню по направлению ЖКХ на исполнении находятся свыше 100 поручений мэра. Все они даны по итогам личных приемов, обращений граждан и совещаний. Во время заседания были подняты темы санитарной очистки и озеленения территорий, монтажа детских площадок, создания доступной среды для маломобильных граждан и другие. Все поручения продолжают оставаться на контроле до полного выполнения.